Учился, занимался самообразованием, благо тот священник, кто мог, стал моим тогда духовным отцом, наставником, отец Иоанн Петрович, он взялся за мое образование и очень многому научил меня. Ну, как потом выяснилось, многому неправильному, но как бы я это все хватал на лету тогда. И знаете, что интересно, вот тогда началось мое служение в церкви, но родители были настолько против, категорически против, что даже мама и папа сказали мне тогда, особенно мама говорила, что лучше ты был бы пьяницей или тюремщиком, но только не верующим. Они не могли выдержать, что их сын верующий, что их сын входит в храм, не просто он захаживает уже, а уже и работает в храме.
И родители говорили, мы тебя растили, кормили для кого? Для попов. Значит, и потом были страшные ультиматумы. По-хорошему, по-плохому, всячески. И подкупом, и лестью, и угрозами, всячески. Пытались отвратить меня от Бога, от веры. И, знаете, неприятно все вспоминать, но надо, значит, вспомнить, потому что это назидание для многих, особенно молодых христиан, потому что, я так понимаю, не всем так в жизни везет, чтобы были родители верующие. Есть, наверное, и некоторые молодые люди, у кого, допустим, мама, папа, или и мама, и папа, допустим, верующие, то это очень сложная ситуация. И очень сложно сделать выбор. Моя мама даже говорила тогда, что либо твой Бог, либо я. Выбирай, одно из двух, все. Потом говорили, либо твоя церковь, твой Бог и мы, родители, мама, папа. Конечно, была обида, и не один год продолжалась обида, это потому что как бы родители не могли пережить нормально, что сын избирает Бога. И, знаете, прошло время некоторое, и лет там, через примерно 9-10 лет после вот этого страшного разговора, это такое одно из самых первых испытаний в моей жизни, знаете, мама сказала мне такие слова. Она приезжала ко мне и сказала такие слова, что сын, говорит, ну, слава Богу, что ты тогда не послушался. Понимаете, эта война закончилась, противостояние такое духовное тогда. Но надо было пройти определенный путь. И поэтому, знаете, какой бы выбор не был у вас, выбирайте Бога всегда. Что бы ни предлагалось, что бы ни было в вашей жизни, всегда держитесь Иисуса. Не сразу это может быть и приятно, не сразу это хорошо, бывает очень сложно. Вот по моей жизни, скажу, это очень сложно было. Вот, тем более, что родители мои, они хотя были неверующие, но порядочные люди, и у меня ничего такого плохого из воспоминаний детских нет абсолютно. То есть, наоборот, грех жаловаться, знаете ли. Даже среди христиан, по-моему, таких родителей очень сложно найти порядочных, вот какие были мои родители. Но знаете, но все равно неверующие есть неверующие. Знаете, вот, человек, который не пережил спасения, он просто находится под проклятием, даже сам того не понимает. И знаете, друзья, и чисто человеческие качества нас не спасают, и добродетели наши нас не спасают, не возрождают. Только ли Господь Иисус Христос, это проверено многими поколениями уже людей. Это истинно библейское. И знаете, друзья, особенно молодые люди, ребята, девчата, говорят, держитесь Иисуса Христа. Что бы ни было бы. Даже если как в моей жизни было, что мама ложилась, она кричала, я никогда не видел, что мама кричала моя. Она кричала, она ложилась на пол и говорила, что в церкви это может только через меня перешагнуть, через мой труп. Вот, значит, и там были такие манипуляции. И все, значит, и говорила потом моя мама, что мы тебя отрекаемся, ты умер, мы потеряли тебя, ты нам больше не сын, и все, у нас есть один сын, тебя старшего мы потеряли. Вот, значит, было очень больно это все, но потом прошли годы, и жизнь расставила все точки над «и». И Бог, Он пришел в судьбу родителей, Он пришел в судьбу других родственников, знаете ли, не так просто все это сразу. Вот такое назидание из этого свидетельства, думаю, для многих молодых людей держаться Иисуса Христа. И Бог очень сильно вас благословит. Не все, все по-разному приходят к Богу, конечно. У всех свои переживания, у меня вот такие были переживания. Первый мой опыт с Богом общения был вот такой сверхъестественный, в экстремальных ситуациях, но мой приход к Богу был тогда вот в неполных 13 лет. Но даже если в 13 лет я пришел к Богу тогда, мне казалось, знаете что, вот какие мысли у меня были тогда, что мне было обидно, что надо же, ну, а почему я раньше не знал, что есть Бог? Думаю, если бы я раньше знал, что Бог есть, как бы я мог жить вообще? Если бы раньше я знал это все. Знаете, мне казалось, я потерял много лет, много возможностей, много показалось. Мне казалось тогда, что я потерял очень много в своей жизни. Я был, чувствовал себя просто обманутым, обворованным. Знаете, и так бывает со всеми. И пришедшими в 50 лет, и с пришедшими в 80 лет. В любом возрасте человек, он начинает так понимать, что где я был или где я была раньше. Почему я раньше не испытал этого, почему я раньше не испытал этого. И когда человек к Богу приходит, возникает такое чувство, как раз именно понимание, что теперь все стало на ноги.
Теперь все вот именно как раз вот, вот так и должно быть. И даже странно такое чувство возникает, а почему? Почему раньше мне казалось это все иначе? Ведь это нормальное состояние. Человек с Богом – это нормально. Человек без Бога – это ненормально. Но, к сожалению, это понимают только те, кто с Богом уже. Да, друзья мои, и возлюбленные, о чуде, о котором хотел рассказать, как бы, вот, продолжая тему внутреннюю, о том, что Иисус есть воскресение и жизнь наша. Вот в 2003 году у меня было чудо такое в моей судьбе, которое очень сильно повлияло на мое служение Богу. Поэтому я о нем рассказываю, одно время часто рассказывал. Я попал в аварию. Я сбил мальчика, значит, подростка, школьника, который был на мотоцикле. Это было в Сумской области, возле Кролевца. Я тогда был за рулем машины, и мы ехали с женой и пятью детьми тогда нашими. У нас сейчас шестеро детей, это было пятеро детей. И мы ехали из Киева, мы рано утром выехали из дома, и ехали в Россию, в Орел. И вот, не доезжая к Кролевца, вот это все произошло. И удар был сильный, мальчик был без признаков жизни, но я молился не за упокой его души. Я к слову скажу, я на семинаре буду об этом рассказывать, завтра тоже буду рассказывать об этом. Значит, но я скажу, что с 96-го года, когда я вышел из традиционного православия, до сегодняшнего дня я не молюсь за упокой. Я не молюсь за упокой умерших душ, за усопших, я молюсь за живых людей. Я это делаю сознательно, осмысленно, по идейным соображениям, на основании Слова Божьего. Если кто-то из присутствующих как бы, значит, интересуется, пожалуйста, не пропустите завтрашний семинар, потому что я буду говорить об этом более детально, почему это не является христианским учением, и почему, и как оно пришло в жизнь исторического христианства, и как с этим бороться, как преодолеть наследие вот, оккультизма в христианстве. Так вот, потому что это именно оккультное учение. И если бы это было в моей жизни ну, до 96-го года, я бы молился за упокой, конечно. Но это было уже после. И я молился за жизнь. Это абсурдно, но я молился за жизнь. В Библии есть молитва за умерших, молитва за воскрешение умершего человека, недавно умершего человека. Других молитв нет в Библии. Вот до той ситуации, до этого происшествия, я никогда не молился за мертвых, воскрешая их, никогда не молился. Хотя я знал об этом и слышал об этом, но здесь сама жизнь заставила. Я сам оказался вот в роли убийцы, получается, потому что на моей совести, я это ощущал явно, что на мне кровь человека. Это страшная была ситуация. И я молился, просто вопил Богу, чтобы мальчик был живой. Я стал протестантом тогда, наверное, на дороге, потому что я протестовал против его смерти. Я понимал, что это не его день, не его шанс, не его час совершенно. У меня было понимание, что это неестественное положение, что это не его время. И я вопил Богу. И знаете, мальчик признаки жизни подал, он стал подниматься. Потом, конечно, были сомнения, думаю, а может быть это все-таки была не смерть, может это был просто глубокий обморок, но с разных сторон мне потом были подтверждения, что это была таки смерть. И от врачей, и от гаишников, значит, которые потом осматривали место происшествия, значит, и потом еще значит, в больнице. Очень интересное свидетельство. Так вот, но мальчик, хотя он поднялся, но значит, у него сзади была разбита голова, как переспел арбуз, знаете, вот кости разошлись, и там мякоть клокотала в этой дырке. Значит, и скорая помощь приехала и забрала этого мальчика. Врач скорой помощи сказал, что вряд ли выживет мальчик, потому что ну, такая травма несовместима с жизнью вообще. Значит, он еще врач удивлялся, почему для меня свидетельство было, что это был все-таки не обморок. Потому что врач сказал, что это ну, несовместимая с жизнью рана. Значит, но он был живой. И врач сказал, вряд ли выживет, а мальчик выжил. И больше того, вот пока везли его в Кролевец, в райцентр ближайший, он был полностью исцелен, мальчик. Вот за 10-15 минут, пока везли его в Кролевец, голова как-то закрылась, кости срослись, кожа срослась,
когда уже, то есть его грузили в машину поломанным, а выгружали уже здоровым совершенно. Вот, не поломанным, ничего. Поэтому врач у следователя в кабинете сказал, что это чертовщина какая-то. То есть, ну, не может быть это как бы. Врач сказал, что это как, не была как галлюцинация массы, потому что как, кровь оставалась на мальчике свидетельством, что это его кровь, мальчик кровь. Вот, но как могла голова открыться, кровь вылиться, потом закрыться и срастись без швов, без следов. Делали снимки, снимки подтверждали, что все кости целы, не ломались, ни гематом, ничего, органы все целы. Вот хирург, он пару лет назад, правда, уже скончался, я надеюсь, что он примирился с Богом, хотя братья сказали, что вряд ли, но один Бог знает только, примирился ли он с Богом, но он уже ушел в вечность, хирург. Он был потрясен, конечно, потому что он не видел мальчика поломанным, мальчика привезли уже, я уже сказал, да, целым, но у него было потрясение чего? На мальчике была одежда, куртка, все говорит о том, что под курткой травмы, значит, серьезный мотоцикл, на котором он ехал, мальчик, из одного села в другое, через трассу, значит, мотоцикл не подлежал восстановлению, удар был сильный, ну, как бы, 2 тонны на скорости, как бы, значит, на такой самодельный мотоцикл. И знаете что? Мальчик был восстановлен очень быстро. Так вот, одежда была свидетельством, что он привезен был с ДТП. Но когда раздели одежду, догола мальчика раздели, хирург осматривал мальчика, он был потрясен. Мальчик был целым, чистым. Ничего, никаких следов, поломок. Он трогал, отгибал, все функционировало. Не было никаких моментов, чтобы говорить, ни переломов, ничего. Ни синяков. Это невозможно, если велосипед упадет, какие-то синяки там останутся. Так вот, лишь под ягодицей, он сказал, написал, так, что под ягодицей шлепок, даже не синяк, это вот, какой-то шлепок, и все, который потом исчез, пока осматривали, уже исчез. Что интересно, хирург, почему еще был потрясен тогда? Я надеюсь, что он таки покаялся, потому что он видел, ну, явное чудо. Хирург этого мальчика узнал, и этот мальчик, у них уже в хирургии лежал с переломом когда-то. И самое интересное, мальчик, он этот, отвечал адекватно на все вопросы, он сказал, что да, лежал в хирургии, у них с переломом, зажило у него хорошо, все с первого раза. Но врач объяснял так, скорой помощи, следователю, а я был в кабинете следователя, когда все это выяснялось. Врач сказал скорой помощи так, что как бы хорошо не зажило там у него, но след на снимке должен быть от старого перелома обязательно. Поэтому он говорит, это чертовщина какая-то, следов не было. Делали повторно потом снимки, повторные снимки показали то же самое, следов от старого перелома не было. То есть за это время, пока мальчика везли, не только новые переломы зажили, затянулись, исчезли, но и след от старого перелома исчез куда-то. Кости как будто не ломались никогда у него. Значит, нашли лишь одну проблему, которая врачам казалась не связана с аварией. А для меня это было еще одно подтверждение, что он таки был мертв. В нем не нашли пищи. Как будто он не ел не только там день, два, три, а давно не ел, вообще ничего не ел. Съестного, съедобного. Стали спрашивать, когда он ел последний раз, в какой день. Врач, значит, сказал, что мы не поверили, потому что мальчик сказал, что он ел утром хорошо. Конечно, он врет, ради чего не знали еще, но врет. Стали, ну так, знаете, из деликатов, а что мама тебе готовила, ну, как бы, конкретно называй. Ну и поняли, что вроде не врет, похоже на правду. А вчера ты ел? Ел. Сколько ты ел там? Он ел не раз в день и ел каждый день. Не пропускал ни одного дня, выяснилось. Он, сколько мог вспоминать, вспоминал, какие продукты питания он ел, что мама ему готовила. Но у него в кишках там внутри ничего не было. Это было шоком. Стали спрашивать, что у него там за такие сверхспособности туалетные какие-то, может быть. Ну, мало ли, как бы, интимный такой туалетный какой-то. Ну, стали расспрашивать его. Значит, выяснилось, все у него нормально, и стол, и стул, все хорошо у него. Все обычно, как у людей. Значит, он же не птица, в конце концов, знаете. Вот, значит. Но вот загадка для них оказалась, что исчезло все.
А для меня, потом уже, когда я размышлял над этим, это было еще одно подтверждение, что мальчик не был мертв. Потому что одно из свидетельств Библии как раз о воскресении, да, сразу дайте есть, дайте поесть воскресшему. Я так предполагаю, ну это может не так, но я так предполагаю, на сегодняшний день так думаю, что возможно Бог, воскрешая человека, он использует какие-то элементы, вот эти вот, что в нас, каким-то образом, может быть, а может и нет, я не знаю. Вот, но я вспоминал потом себя самого, когда я воскрес, вот в 13 лет из мертвых воскрес, то у меня тоже первое, что мне очень ужасно захотелось, это есть. Ну, я, может, списал на то, что все-таки я, ну, температурил, там, не ел какое-то время, ну, это можно было понять. Но все-таки, тоже интересно, я хорошо поел. И мальчик тот, об этом медсестры рассказывали, санитарки, они были очень оживленные такие, как бы, знаете, сарафанное радио. Там по корпусам растрезвонили, что батюшка наехал на мальчика, а тот как с гуся вода вообще, хоть бы что, целый. Вот, значит, а мальчик все твердил, я умираю, я есть хочу. Они поверили, что да, реально умрет, надо накормить его. И медсестры, санитарки тебя повели мальчика, он оделся, повели его в столовую. Значит, а там аж с обеда нетронутые на столах оставались порции. Это было под праздники дело. И фактически многие больные были дома. На столах все оставалось нетронутым. И представьте себе, пока медсестры там что-то там между собой выясняли, они потом спохватились, но уже было поздно. Мальчик много взрослых порций съел, представляете? Первое, второе компоты. Они потом остановили, конечно, они спохватились, что нельзя давать было ему есть много. А потом, как бы, санитарка, она такая большая женщина, она говорит, как еще в него все это вмещалось, как бы, непонятно вообще. Вроде так, ничего себе, так, не видно, не величие большого капиталиста, знаете, вот, как бы, ест и ест себе. Значит, его оторвали от пищи, значит, и пообещали чуть позже с перерывом накормить еще раз. И врач говорит, ну мы даже то, что писали по дороге, там, мы даже были стирать все это, потому что, ну, даже не намека на сотрясение какое-то, у него аппетит такой зверский. Да, и вот такие, как говорится, пироги, да. Что произошло дальше? Значит, после вот этого происшествия, конечно, я испытал еще один стресс. Мы повернули обратно, время уже было позднее, мы повернули обратно в Киев, домой поехали. После всего этого происшествия. И уже вечером, возвращаясь, я испытал еще один стресс. Да, спасибо. Да, если вопросы у вас есть, напишите, пожалуйста, передавайте, я постараюсь сейчас ответить на вопросы. Что было, знаете, когда возвращался обратно, я слышал голос. Я понимал, что это Бог говорит. Знаете, я нормальный человек, не слышу голосов. И как один раввин говорил в Киеве, ну, он еще не мессианский, он еще традиционный, поэтому так он говорил, что вот когда человек говорит Богу, это молитва, а когда Бог говорит человеку, это шизофрения. Но как бы при всем уважении к этому рэбе, уважаемому, скажу, что это неправда. Иначе он не верит просто в Библии вообще тогда. Бог говорит, он говорил, и сейчас он тоже говорит. И в моей жизни были моменты, когда я понимал, что Бог говорит в моей судьбе. Бог говорил ко мне, и через Библию я вдруг понимал, что, как и многие миллионы других верующих, что это было ко мне слово. Иногда Бог говорил тихо, как моя мысль, но я же не дурак, с собой разговариваю. Это понимал, что это Бог говорил в мою жизнь. И так было, и у многих присутствующих это было, я думаю, прекрасно, вы понимаете, о чем говорю. Значит, но никогда у меня в жизни ни до того, ни после того, кстати, не было вот так, как было вот той ночью. Я слышал громкий голос, как будто в машине врубили резко громкую музыку. Знаете, я не люблю в машине громкую музыку, я всегда, если езжу, то ну, тихо включаю музыку. А здесь как будто резко врубили громкую музыку. Голос был такой сильный, такой громкий, что мне казалось, это слышно ну, далеко за пределами машины, далеко. Но самое интересное, на утро, то есть я был на все сто убежден, что жена прекрасно все это слышит. Там нельзя было не услышать, по моему пониманию. Но самое интересное, уже утром, разговаривая на кухне, я выяснил вдруг, что жена ничего не слышала, оказывается. Она не спала, она была со мной в машине, она ничего не слышала. То есть это громкий голос, сильный голос, слышал только лишь я один, оказывается.
Вот так бывает, интересно. И громкий голос говорил, как старый еврей. Ну, наверное, для Одессы это очень актуально. Здесь много старых евреев в Одессе. Вот, как старый одессит, может быть, как старый еврей разговаривает. Как-то вот в таком колорите. Я подозревал, что он еврей. Я догадывался. Но не до такой же степени, знаете. Но это был громкий голос старого еврея, можно так сказать. Ну, примерно так. И плюс еще сама манера говорения была тоже еврейская. Знаете, какая? Вопросом на все мои вопросы он ответил вопросом. Три раза задал мне вопрос. Этот голос громко очень, это не передать просто. Он сказал: ты это видел? Я не мог ничего говорить, я мог ответить только лишь: да, Господи. Все, больше ничего не мог говорить. И мне бы самому кто ответил, что же я видел вообще в том дне. А здесь вопрос был такой именно, что видел ли я это? Конечно же, я это не только видел, я это пощупал даже, потрогал своими руками. Потому что я сам придерживал ему эту голову, эти косточки, разошедшиеся, потому что, ну, боялся, что, честно говоря, что они дальше разойдутся. А во-вторых, он еще грязными руками лез туда, думаю, не дай бог мозги еще почешет, думаю, кошмар. Поэтому я придерживаю, значит, все, чтобы он в дырку не пролез руками. Вот как бы, то есть, хотя я крови боюсь с детства, меня мама хотела медицину с детства попнуть, но я, меня там в обморок самого будет бросать от капли крови, поэтому как бы для меня это была закрытая тема. Вот, а здесь я держал ему эту голову, потому что он просто, ну, боязнь как бы не было, чего хуже вообще. И знаете, что интересно произошло? Голос сказал три раза одно и то же, и я не мог ничего ответить ему даже толкового. Я только говорил: да, Господи, и все. А потом тот же самый голос после трех этих вопросов сказал следующее, то, что вам передаю. Он сказал так: вот так будет и с церковью. Только громко очень, и в таком колорите, таком непередаваемом просто вообще. И все, больше я ничего не слышал. Но дальше, знаете, вот я понимал, то есть четко понимал в тот момент, что я в том дне увидел реформацию. Что Бог может вот так же с церковью поступить очень быстро, может воскресить мертвое, а больное исцелить. Вспомним Моисея, да? Бог что показал ему? Два знака тоже показал ему, да? Что мертвая материя становится живой материей. То есть народ мертв, в глазах Моисея это была палка, мертвая. Но Бог показал, что он может сделать мертвых живым народом. И прокаженная рука, неисцелимо больная, в глазах Моисея его народ был неисцелимо больным. Но Бог сказал, что он может, показал наглядно, проиллюстрировал, что он может неизлечимо больной народ сделать очень быстро здоровым народом. У него просто сверхъестественная скорость в этом. И знаете, пока я ехал обратно в Киев, я не слышал больше ничего, но само собой вспоминалось из Писания. Знаете, навязчивое, назойливое такое воспоминание одного и того же текста. Вот то, с чего я начал, то, о чем я говорил сегодня утром здесь, в доме молитвы, что я есмь воскресение. Знаете, десятки раз я читал это место Писания, может даже сотни, но вот здесь, тем вечером, той ночью уже, по сути, вот это по-другому как бы вспоминалось. Я есмь воскресение. Я полюбил очень сильно это имя. Я люблю имена нашего Господа. Я люблю рассуждать о них, размышлять. Но есть имена, которые особенно дороги. И вот одно из таких моих любимых имен нашего Господа – «Я есмь воскресение». А потом, десятки раз оно вспоминалось, а потом дальше ехал и вспоминалось следующее: «Я есмь воскресение и жизнь». «Я есмь воскресение и жизнь». Было так приятно. Десятки раз одно и то же вспоминается, но так приятно. А потом такой поворотом, если кто знает эту дорогу, Кипти. И там поворот на Черниговскую трассу и сразу прямая дорога на Киев дальше. Так вот, мне это Кипти запомнилось на всю жизнь. Когда я, значит, уже на трассу выезжаю с Кипти, знаете, мысль вдруг продолжилась. Вот так потрясающе, знаете ли. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Ну, не совсем по переводу синодального, но вот так, именно как я сейчас сказал вам. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. И до самого Киева, представляете, сколько с ним ехать?
До самого Киева, пока не проехал пост ГАИ, пока не въехал в сам Киев, это все продолжалось. Одно и то же. И не скучно. Десятки раз, уже сотни, я не знаю сколько раз там, одно и то же вспоминалось, постоянно прокручивалось, постоянно одно и то же. И верующий нет, даже если умрет, оживет. Я не знаю подробностей, как это все происходит. Какое это было сказано деноминация, но мне хочется верить, что это было сказано в отношении к православной церкви. Тем более, знаете, что интересно? Красивейшее совпадение. Я думаю, это не просто совпадение. Это было все в пятницу, накануне субботы, которая называется, знаете как? В традиции православной называется Лазаревой субботой. Вспоминается воскрешение праведного Лазаря. По всей Руси, матушки, считаются в храмах фрагменты из Писания как раз именно о воскрешении Лазаря. Думаю, я когда дошел до этого момента, подумал об этом, мне вся шерсть дымила. Просто шкура дымила, понялась. Я вообще просто кожей прочувствовал, что да, это не просто совпадение. Вот это да. Я знаю, вы скажете, ну, церковь мертва, такая-то деноминация, такая-то мертвая деноминация. Там лишь просто называются именем Господним. Но я знаю, что у Бога есть, во-первых, ревность по имени своему. И кто называется его именем, у него есть особая ревность по тем собраниям, деноминациям, церквям, которые его имя призывают, которые называются его святым именем. У него есть особая ревность. Я знаю, что он мертвый может оживлять очень быстро. Как? Я не знаю подробностей. Из истории христианства есть много примеров пробуждений духовных, реформаций. Вскоре, в 17 году, мы будем отмечать 5 столетий, 500 лет со дня начала реформации мирового христианства. Уже 5 столетий без малого. Вот такой постепенный, поэтапный реформация, обновление всего христианства. Шутка ли? Если до 1517 года история христианства в целом была больше историей падения, быстрее или медленнее, но скатывалось христианство все ниже и ниже, к сожалению, чему греха таить, то с того самого 1517-го постепенно, поэтапно, иногда не так быстро, как хотелось бы, медленно, со скрипом, но и кривая истории нашей, она стала подниматься наверх, все выше и выше. Слава Богу, это удивительно. 5 столетий реформации, друзья мои. И сегодня, в реформации уже 21-го столетия, я знаю, что Бог может нас всех использовать. Давайте будем молиться, давайте будем трудиться. И Господь, Он воскреситель. Спящих христиан Он пробудет, мертвых воскресит. Спящие деноминации церкви Бог пробудет, мертвые воскресит. Слава Иисусу! Хочется верить, что Он спасет всех. И, господа, брат Сергей, ваше отношение к ритуальности. Есть ли хоть какая-то ритуальность в реформаторской церкви, брат Валентин? Скажу, что ритуальность есть, да, в нашей церкви тоже есть. И, ну, чтобы понимать по слову ритуальность, ритуал как обряд, да, как традиция. Допустим, само служение, да, может быть тоже ритуальным быть. В православии, наверное, это, ну, самая большая особенность. Конечно, ритуализм, да, обряда, верии даже где-то. Но мы сохраняем как церковь, именно Украинская реформаторская православная церковь, сохраняем некоторые ритуалы, некоторые традиции. То, что не противоречит напрямую Слову Божьему. Но то, что противоречит, от этого отказываемся. Допустим, в литургиях наших или в сеношных, в молебнах, в акафистах молитвы только лишь к Богу обращенные. Нет, допустим, молитв у нас в церквях наших, вот, нет молитв, допустим, там Богородицы, другим умершим святым или ангелам, что является, ну, откровенным многобожием, и от чего надо как можно быстрее просто-напросто отказываться. То есть есть особенности некоторые. В протестантской церкви есть свой ритуализм, хотя пятидесятническая церковь, она, ну, очень слабо ритуальная, как можно назвать так. Есть, допустим, протестантские церкви более ритуальные, допустим, реформатские, кальвинистские церкви, да, лютеранские церкви. Протестантские церкви, я бывал у них в собрании, проповедовал в этих церквях,
Значит, и они ритуально в англиканской церкви в Америке тоже проповедовал. И это церкви, сохраняющие ритуалы некоторые, но это протестантские церкви, которые учат именно о спасении через веру в Иисуса Христа. В общем-то, и мы сохраняем некоторую часть ритуализма. Здесь уже искусство священника, как пастора, как учителя, чтобы люди не зацикливались на ритуализме, чтобы люди жизнь видели в Иисусе Христе. Поэтому, ну так скоро отказаться от ритуализма большинству православных не получится. Это я по опыту знаю, своему. Мне тоже было очень непросто от многих вещей отказаться. Я понимаю, что очень многим православным с этим очень сложно. Вот даже такой момент. Допустим, перекреститься, да? Вот тоже часть ритуала, да? Некоторые спрашивают, а можно ли креститься? Вот даже в отношении креста, кстати, в отношении креста, риасы, это что? Это тоже элементы ритуализма, да? Это элементы ритуального христианства. Слава Богу, не виртуального, да? Ритуальное христианство. Есть евангельское, библейское христианство, есть ритуальное христианство. И вот это как элементы ритуального христианства. К примеру, вот сегодня были хор у вас, да, хор был. Он тоже, хор одевался тоже в такие как бы костюмы. Это тоже элемент ритуального христианства, как бы, один из элементов там. Ну, можно, в принципе, из всего сделать часть ритуала какого-то. Но очень важно, чтобы ритуал не закрывал собой жизнь самого Христа. Конечно, блаженны те христиане, что минимально ритуально или же вообще не ритуально. Мне лично очень понравилось, допустим, быть в моравских церквях. На границе с Чехией в Германии был в моравских общинах, в моравских церквях. Ну, больше как памятники уже. Общины сами очень маленькие, но некогда это были огромные общины, миссионерские общины, моравских братьев. Это было мощное пробуждение, огромнейшее пробуждение, которое повлияло на мировое христианство. И знаете, что меня очень сильно коснулось? Вот, ну, Бог коснулся первого, да, присутствие Его. Вот скромное собрание в большом помещении, конечно, но сама община уже маленькая, но они собираются, молятся, и у них нет ничего, вообще ничего. Даже ни креста, вот, ну и как примерно как здесь, допустим, но даже вообще никаких украшательств абсолютно нет. На кафедре ничего нет, только Библия. И все. И как в старых синагогах, так вот, ну, кругом фактически. Вот расставляются скамейки эти, ну такие красивые такие, но тоже без ничего, то есть просто красиво, чистенько, аккуратненько, все. И знаете ли, и чистые стены, голые стены, и знаете, вот меня что-то коснулось, там молился, и мне очень понравилось, я художник даже. Вот знаете, когда глаз, он за чего-то можно зацепиться, да, как бы, этим можно любоваться, можно рассматривать это. А там не за что глаз вообще зацепиться. Вообще. И там как бы, тем более, что не вот так вот, как здесь сцена, а здесь зал, а вот по сути все как бы вокруг. И там как бы непроизвольно ты не за внешне цепляешься, а ищешь невидимого. Это так мне понравилось. Это как вот очень хороший стресс я испытал тоже однажды вот, Покрова на Нерве, храм Владимирской области. Значит, сейчас он действующий храм, а тогда он еще в советское время был не действующим, музей. И там были, мы когда приезжали туда, это был 80-й год, там были стены выбелены, значит, все так беленько, красивенько сделано. И заходишь в храм, ну я, например, в обычный храм заходил, там же там икона, там, значит, там что-то еще, да. А там ничего, чистые беленькие стены. И так красиво, вот как бы... Просто стены, но ты понимаешь, что где-то здесь Бог. Так интересно. И вот, конечно, минимум ритуализма, максимум, скажу, пользы. Я, допустим, сохраняю часть ритуализма, допустим, рясу, тот же самый крест, панагию такую ношу еще, епископской власти знак. Но для меня это знаки моего служения. Как, знаете, как, допустим, спецовка рабочего, да? Как, допустим, форма милиционера или военного, да? Вот. Это мой религиозный бейдж, допустим, такой, значит, да? Что, значит, знаю, что, значит, это батюшка. Батюшка, он и в Африке батюшка, знаете? Бывает, где-то путешествуешь, где-то в аэропортах, значит, там, где люди не видели никогда православного батюшку, и то они понимают, это батюшка. Это, как бы, значит, служитель культа, или как назвать. Я с Америки летел
ковбойской шляпе, в ковбойских сапогах, значит, в рясе, с крестом на груди. Эта черная женщина полицейская спрашивает, а католик черт? Я говорю, no, Russian Orthodox, она, вау. Русский православный ковбой. Да. Да, так что. И, ну, я вообще люблю кантри, это моя слабость такая, знаете. И кантри-музыку. Так вот, и что интересно, вот как бы, но если я буду думать, что это меня спасает, ритуализм меня защищает, благословляет, это все, это конец. Это пиши пропало. Это уже очень скользкая дорожка в ад. Потому что, знаете, человек, когда он находится, как вот отцы древности говорили, не хранилищах, а в вузах находится тогда. То, что Василий Великий говорил, это не хранилище, это как-то узы для души. То есть человек находится в западне, как бы. К примеру, если я буду думать, что крест меня спасает, все, пиши пропало. Да, то есть это условно съедобные грибы, да? Это условно не так поданные, не так принятые, они могут повлиять очень страшно, могут убить тебя. Поэтому я не рекомендую носить христианам, допустим, кресты. В нашей церкви мало кто носит кресты, вообще, кроме служителей, кроме священников. Вот, и то мы носим, как бы, я каждый раз объясняю людям, новых священников рукополагая, я просто умоляю каждого фактически, что, пожалуйста, братья, пусть эти длинные одежды будут не укором нам, как Иисус говорил, остерегайтесь тех, которые любят ходить в длинных одеждах. Это серьезно, это не шутка, это правда. Иисус же не шутил. Но я думаю, что Иисус не имел в виду просто моду поменять, реформировать моду. Я не думаю, что он был противником Макси. Значит, что вот таким реформатором, кутюрье, знаете, вот, если бы после собрания этого такого, если бы фарисеи пришли бы в мини-ряса, вот, как шотландцы, допустим, да, значит, вот, пришли бы, значит, да, значит, то я думаю, что Иисус сказал бы, ребята, вы ничего не поняли вообще. Не с этого надо начинать вообще реформацию. Вот, пиджаки не делают человека более духовным, или рясы менее духовным, или наоборот. Кто любит ходить в длинных одеждах, кто именно любит, любит показываться людьми, рисоваться, выделываться, значит, там, значит, показывать себя над жрецом, быть там прочее, это страшная вещь. Это может быть в любой деноминации, в принципе. Хотя, именно с элементами ритуализма это быстрее сделать можно. И как бы это... То есть, если в тебе есть элементы такого садизма, значит, элементы превозношения, гордости, то вообще это пиши пропало. Ряса для тебя, как все, что курить на бензоколонке. Это очень легко стать таким диатребом. Библейским языком говоря, это николаитство. Николаос, разделение христианского братства на культ жрецов, прослойку жрецов и прихожан. Как бы. Да, и вот, но боятся небесных крестов, друзья, защищают ли нас они кресты? Нет. А может защищают? Но в фильмах же ужасов они защищают вроде людей. А, чеснок. С чесночком, да. Там бесы не пройдут, да. Да, но опять-таки, чего еще нам бесы боятся? Святой воды, да? Но особо страктив нужен осиновый колышек уже. И серебряные пули не помешают еще. Вот как, значит, там, что еще можно там? Ну, как бы, вот оружие такого Ван Хелсинга, значит, да? Значит, но опять-таки, то, что в фильмах ужасов оно хорошо, для реальной жизни не гоже. Даже в современных ужасниках, более продвинутых, значит, уже бесы там уже более такие, значит, такие информированные, их уже крестом уже их запугаешь, уже и чесноком уже нипочем они сами там головками чеснок тут едят, значит, там, и вообще, разрушение тела дьявола, освобождение от бесов, оно именно в имени Иисуса Христа. В имени Иисуса. Сам Господь Иисус сказал, что именем Моим будут бесы разгонять. Именем Моим. Бешем Иешуа, во имя Иисуса. Буквально не просто с именем Иисуса на устах, а в имени Иисуса. То есть я нахожусь в Иисусе, а Иисус во мне. Вот что означает Бешем Иешуа, Гамашиа, Иешуа, Иисус Христос. Аминь. Так вот, друзья, конечно, всякие случаи возникают. Многие люди верят в защиту от бесов с помощью крестов, допустим, да, булавки. Один батюшка, кстати, мне он так и советовал, рекомендовал даже.
он узнал, что я ящик был молодым священником, желторотый такой, знаете, такой батюшка какой-то. А меня еще командировочно написали мне, какое-то село там непонятное. Я там возле карты стою, где епархиальное управление там. И ищу, где же это село? Что-то не видно села это вообще. Думаю, неужели это вообще там ни кола, ни двора вообще? Вот. А вышел один старый батюшка там, ну, он как бы уже секретарем был, епархии тогда уже, по-моему. А он уже лет 50 уже служил священником. И говорит, ну что, отец, куда тебя как бы послали-то? Ну вот, говорю, вот послали, даже не могу найти, не надо. Вот, ну-ка, что за село такое? Я говорю, вот, даже не буду решено. Вот, типа Филилевка, что-то такое. Значит, он говорит, о, я был там. Там, говорит, ведьма на ведьма, и ведьма погоняет. Говорит, вообще, ну слушай, ну тебя угораздило вообще. Ну вот, я думаю, надо же, вот тут одна, думаю, мне сразу такое, как бы, непростое задание, непростая командировка. Но мне пожалел, так, по-отцовски так, как старший товарищ. Говорит, ну я тебе дам пару советов, как значит, ну как бы, основы духовной безопасности, как бы. И он говорит, раз так, опа, и там целый ряд этих булавок всяких. Это круто. Там пирсинг отдыхает, там у него православный пирсинг свой. Там уже, что бесы в шоке, он там, значит, просто от батюшки. Ну, как бы, он дал еще пару советов, там, веник переворачивать, куда-то пойдешь там. Ну, как бы, элементы белой магии, которые, как бы, ну, это, конечно, не спасет от кариеса, но, как бы, значит, по крайней мере, даст свежее дыхание. Вот, как бы. Вот, ну а потом ты научишься этому, дам тебе еще пару заданий таких посложнее уже. Вот, как бы, значит, и я там думаю, вначале я подумал, что он прикалывается. А потом вижу, что он этим живет на самом деле. Ну, как бы потом было страшно, думаю, надо же, ну, вроде серьезный батюшка, а он так верит. Но люди не только батюшки, и прихожане так верят. Ведь каков поп, таков приход, да. А у Даля, он в поговорках русского народа еще круче сказано там, если поп молится сидя, прихожане молятся. Лежа. Так что здесь, значит, то есть прихожане допускают еще больше тогда. Это правда. И я был в Грузии, у нас один приход, если на церковь в Грузии, в Рустаме есть, там, отец Зураб Зарешвили, он там служение проводит. И один из диаконов, у него помощников, я тоже попал, он сам, Ривас, он сам со Сванети, это высокогорный район такой в Грузии есть. Свани, такой маленький народ есть. Ну, именно все слышали, все видели, наверное, старые эти фильмы, да, там как раз свани показывают часто. В таких шапочках, таких, с таким крестиком, такие, знаете, такие твердые шапочки, помнят. Очень интересный народ. Они шуток не понимают, кстати, на самом деле. Я столкнулся с этим, они очень серьезные люди. Там нельзя как с вами шутить, знаете, на проповеди. Там они сразу, у них все с ним жалобы, тем более. Так что там проповедник нужен два раза подумать, чем. Прежде чем сказать что-то. И знаете, что это, ну, они добрые, они снаружи кажутся такими, ну, немного страшными. А так, когда пообщаешься уже, если ты побудешь день-два, вообще, они очень, мне кажется, внутри мягкие такие, такие добрые такие, вообще, ну, знаете, удивительные люди, конечно. Вот мне очень понравился этот народ, маленький такой, но очень гордый народ. Значит, и что интересно, у этих сваней, есть рассказ, это как анекдот, но это реальная история. Я даже разговаривал с людьми, которые утверждают, что они знали лично вот эту историю, вживую, в лицо видели эту историю. Короче, со Сванети один там какой-то парень приехал в столицу, в Тбилиси, значит, и купил компьютер, и привез к себе в село, значит, показать чудо технику. Сразу в 21 столетие шагнуть. И знаете, что интересно, привез? И собрались люди, его односельчане, смотреть, что же он привез, там компьютер привез в село. И, значит, смотрят компьютер, да, и спрашивают, люди удивились, компьютер весь обложен чесноком. Почему? А ему в Тбилиси сказали, что там вирусы. Он говорит, нет проблем, с вирусами разберемся сами. Это так что Касперский отдыхает. Есть доктор Свани. Хорошая программа. Побольше чеснока. Да, антивирусная программа такая. Рекомендую. Да, но опять-таки, видите, вот тот Свани, это был просто анекдотом, значит, да? Но тот Свани, он верил, что на самом деле, что чесноком он спасется от компьютерных вирусов.
Вот на таком же уровне духовном примитивном находятся все христиане, что думают, что можно от бесов защищаться крестами, святой водой, значит, поискались молитвами, или там, в духовном мире вот так же глупо и невежественно смотрятся эти христиане. Ангелы плачут, конечно, но бесы просто угорают просто с этих христиан, потому что, понимаете, значит, люди находятся в таком, представлении, как бы, заведомо ложном. Это ритуализм, который просто-напросто закрывает душу и, обрекает на ад, если не будет покаяния, друзья мои. Дай Боже. Я извиняюсь, но надо было это все рассказать, конечно. Как вы понимаете назначение дней после смерти? 9 дней, 40 дней, 1 год. К чему это относится и что об этом говорится в слове? Вы знаете, дорогие друзья, братья, сестры, это лжеучение. Это лжеучение, которого не знала христианская церковь, первых 9 столетий. За 48 лет до начала крещения Руси, в 940 году, одному монаху приснился сон, который открыл этому монаху, что это долгая история, в общем. В моих лекциях по истории христианства есть там все более подробно, более детально. Я кое-что расскажу все-таки. Вы все слышали, да, об этих днях? 9 дней, 40 дней. Монаха звали Григорий. Он увидел во сне монашку покойную, уже к тому времени, монашку Феодору. А он переживал, где монашка находится, это в аду или в раю. И монашка пришла во сне ему и говорит: я пришла к тебе, чтобы открыть не только для тебя, но и для всех правоверных христиан такую историю. Называется эта книга, впоследствии была названа «Мытарство блаженной Феодоры». Слышали, наверное, да, все? Что-то такое где-то было. Мытарство блаженной Феодоры. То есть эта Феодора, она после смерти прошла мытарство, такие таможни, заставы. 20 мытарств прошла. Но это все ересь, конечно, потому что в этом учении нет места Библии, нет места Евангелию, нет места библейскому Иисусу Христу. Там весь смысл очень простой этого учения. Откупление от грехов своих своими же добрыми делами. Там ставится чаша весов, мытарства очень разные, там, я не помню сейчас все уже на память, но там мытарство блуда, мытарство пьянства, мытарство чего-то еще, непрощение, мытарство, записки, по-моему, осуждение. Я не помню сейчас, слава Богу, стал забывать такие вещи уже. А то много лишних файлов этих. С рабочего стола пришлось удалять с помощью антивирусной программы Евангелия Иисуса Христа. Слава Богу. Скажу, что на каждом мытарстве бесы ставили весы, допустим, мытарство пьянства, да? И там у них написано, у этих бесов, сколько пила, когда, при каких обстоятельствах, смягчающих, отягчающих. И ложили на чашу весов. Монашка конечно, не виновата ли я? Но делать нечего, надо купаться. Ангелы, наши же хорошие, да, они говорят душе, что мы тоже зря хлеб не едим, мы тоже собираем, ходим и фиксируем добрые дела. Ты же делал добрые дела, и текст с добрыми делами должен на другую чашу весов. Пытается выровнять. Если не получается, то у души проблема. На каждом этапе есть свои такие чикатилы, какие-то издеватели, описание очень жуткое, инквизиция отдыхает просто. Это все выдумки, потому что, понимаете ли, выдумано ради того, чтобы люди верили в искупление от дел своих и пытались искуплять добрыми делами, религиозными поступками, хождениями в храм, постами, чем-то еще, соблюдением праздников. Но на самом-то деле это не является путем спасения. Это утопия, это просто болото, которое можно засосать, но оно не даст реальной жизни. Только Иисус Христос является Спасителем, Господом, Богом. И дар вечной жизни – это именно дар во Христе Иисусе Господе нашем. Аминь. Но в том рассказе получается так, что душа откупалась, но там
У него были проблемы, конечно, на каждом чуть ли не мотарстве, потому что там не то бесы отвешивали. Нет, ну, на самом деле проблема была, он напряжен был не с добрыми делами, но как бы, значит, не хватало там буквально грамм 100-200, может быть, добрых дел, как бы. Да, немного совсем, значит, и ангелы говорили ей: у нас для тебя еще одна хорошая новость. Какая? Есть молитва за твою душу. И они приступали молитву. Ну и как бы женщина прошла, все мотарства, все. Предпоследние, кстати, протестанты не проходят точно. Потому что там написано, в мотарстве Елисея, по-моему, там как раз написано, что если душа была, значит, даже идеальной жизни ангельской, но если креста не носила, ну я еще как мужские в тенишке. Вот. Значит, потом, значит, там Богородица не молилась, значит, там святым, там мощи не целовала, то все. Там, значит, уже по полной программе. Вот, ну, опять-таки, это все выдумки, конечно. И вот, и душа попала как бы в тронный зал Иисуса Христа, но там не настоящий Иисус Христос. В этом рассказе другой Иисус Христос. Одна фамилия с этим, но вообще не тот, совершенно не тот. На библейского ни капельки не похож. Вообще. Притом с полной религиозной амнезией, знаете, потому что там вообще, там, скажу, очень тяжелый случай. Представьте себе, тот вымышленный Христос в том рассказе, он судит лишь на основании добрых и злых дел, и все. Ни тебе Голгофы, ни тебе вообще Евангелия, вообще, как будто бы нового за это вообще и помине не было. И представляете, женщина такой стресс испытала, она умерла, прошла 20 мотарств, чтобы как-то поддержать ее, представляете, такой, как бы, теплый прием ее ждал. Значит, он, как бы тот вымышленный Христос, сказал, что, мол, гражданка, куда вас не знаю отправить, как бы. В ад не бросишь уже перед бесами сорвано, значит, ну и в рай не за что, как бы. Не домолили, не доделали христиан, например, знаете, вот, как бы, значит. И что с ней делать? Женщина это говорит потом Грише, что, так, если бы я не была покойной, я бы там умерла бы со страху. Так вот, и все, тупиковая ситуация в сценарии, да, казалось бы, что дальше? Новый персонаж появляется в лучших традициях. Значит, открывается вдруг дверь и заходит мама. Мама Иисуса Христа, Мария, Богородица, Царица Небесная, заходит. Иисус встает с трона и говорит: мама, извините, у нас важное заседание здесь. Она говорит: сын, я все слышала. Я слышала. И она сказала якобы так, что, мол, я понимаю, что, мол, это... Ну, христианка такая, ни рыба, ни мясо, как бы, ни бога встречи, ни черного черка. Ну, говорит, но ради мамы, пожалуйста, ну, подпиши проходную ей, как бы, вот туда, в рай. Ну, обители же много, как бы. Ну, и на чем мама, как бы, она, как бы, основывалась, как бы, что эта душа молилась ей при жизни. И вот Иисус говорит: ну, мама, только ради вас, как бы. Только ради мамы он прописал такую проходную в рай. Ну вот такая история, она нелепая, но ее очень сильно полюбили христиане тогда, вот, 10-го столетия, очень сильно. А когда Русь была крещена, через 48 лет после вот этого начала этого безобразного учения, то на Русь с самого начала в Киев пришли вот эти лжеучения. Поэтому и уже язычников учили, что вот есть, мол, 9 дней, 20 дней, 40 дней, потому что из мотарства Феодоры вытекает, что есть какие-то особые критические дни в жизни души после смерти, как бы. Особые страшные дни, когда нужно особенно поминание, молитва за нее там и прочее. Поминальные субботы совершать также, значит, необходимо якобы радуницу там и прочее. Но это все, конечно же, ничего общего с христианством не имеет, это все выдумки. Но печально, что в это верят. Особенно на кладбищах, особенно на вот таких вот днях поминальных, допустим, это все очень четко прослеживается. Я сам часто бывал на кладбищах раньше, и даже бывал в командировках. Не только в селах некоторых, но даже и на кладбище бывал в командировках. Да, было такое. Однажды мне выдали в епархии такое командировочное удостоверение. Написано было: кладбище номер такое-то. Я так немного напуган был. А потом, значит, мне один мальчик сказал, что ну, ты же молодой, тебе дали красной немного подняться, хоть, там, у тебя даже машины нет вообще. Вот, а кладбище молодой, перспективный, как бы, значит, там. Вот. И, значит, и меня, а я говорю: а что мне делать там? Там все подскажут. Главное, приезжай, становись на входе и жди клиентов, как бы, все. Я, значит, ну ладно, как бы. Сзади меня, с епархии машина была, сзади меня, значит, повесили прейскурант всех моих услуг.
Я стою с кадилом, значит, там на входе, кладбище, знаете, как-то на панели себя чувствую, просто стою. Батюшку повызову, значит. И проезжают автобусы, ну, спокойненько, значит, там, родственники, значит, там, и батюшка, а вы не свободны, как бы, не заняты, свободны. А вы можете, я могу много чего, вот весь клиничный стул, как бы, вот встреча, вот, все, значит. И с утра до вечера я там походил по могилкам, отпевал, значит, там, значит, такого насмотрелся, что ли, на всю жизнь хватит этих воспоминаний. Ну, это как бы, понимаете ли, столько суеверий оказывается в этом всем. Столько вот, не только там 9-40 дней, там, значит, годовщины, там столько, и покойникам передают там продукты, там, предметы. Допустим, умершим, оказывается, там целая индустрия была. Умершие просят, оказывается, там, передать, допустим, пачку сигарет, бутылку водки. Есть необычные просьбы, там, кепку, допустим, костыль, значит, попросили. И передают, самое интересное, передают за отдельную плату. Один там презерватив просит, это что он, Дон Жуан, и там не уговорится. По чужим могилкам ходит уже. Короче, но самые необычные просьбы были у новых русских покойников. Знаете, там один новый русский был, значит, похоронен. Ну там, как бы заходишь на кладбище, заезжаешь, что с правой стороны такое вид кладбище, там, там элиты все. Там богатые такие надгробья, средний класс по центру, а, ну, а все остальные там, там с левой стороны. И вот, значит, самые доходные, конечно же, панихидки были вот, ну, справа. Вот, значит, ну, как бы, если была, ну, средняя нормальная, ну, туда лучше не суваться, конечно. Вот, значит, батюшку все это знали, и меня, значит, говорили, вот, сюда, приходи сюда, ну, туда же заглядывают все-таки иногда. И новый русский там был похоронен, как мавзолей такой, значит, построили такой над ним. Ну, ладно. Значит, там какой-то иномарок был немерено, тогда были еще диковины какой-то иномарки, значит, и, знаете, что интересно, ему под подушку положили пистолет, этому новому русскому. Его там, как-то глупо застрелили, как-то прямо там в этих разборках. И, а он был очень богатый, крутой человек. И вот, значит, и представьте себе, проходит 40 дней, и одному из братвы он снится со своим пистолетиком, отстреливается и говорит: «Васек, патроны заканчиваются». Эти бандиты, хотя бандиты очень суеверные, отнеслись, ну, как на полном серьезе. Представляете? Импортный пулемет там, с комплектом, значит, там все на третью мировую хватит, короче. Там Шварценеггер отдыхает со своим мини-гранатом, знаете, да? Короче, закопали букву-изю, подкоп такой, прям туда, к саркофагу, значит, там, замуровали пулемет с боекомплектом. Ну, типа, спи спокойно, брат, отстреливайся. Ой-ой-ой. А мы еще смеемся над фараонами древнего Египта на уроках по истории. Я думаю, значит, вот они там чудили. Сегодня то же самое чудят люди. Просто как бы, значит, ну, как бы пирамиду у него уже, кишка тонка уже, значит, построит пирамиду. А он, ну, что-то такое сморозит, такое, такое непонятное, религиозное. Ну, это все как бы. Да не говоря уже про богатых. Бедные тоже по-своему с ума сходят. Знаете, вот люди, простые люди и в селах, и в городах настолько вот, вот в этом оккультизме погрязли. Я не знаю, как в Одессе, правда, думаю, тоже примерно. Как? Не исключение. Ну, ну, в принципе, да. Больше, меньше, оно везде существует, как бы. Я уже убедился в этом. Допустим, выезд после Пасхи на могилке или на Пасху, допустим, да? Я когда увидел впервые, я был немного шокирован. Кладбище прям как ресторан. Знаете, на каждой могилке, чуть ли не, столик накрыт, значит, там полотенчика, значит, родственники сидят там, выпивают, закусывают, значит, там, ну, с утра еще более-менее благочинно как-то все, к обеду уже там уже повеселее, а вечером мордобой уже, и там и уже приключения, поэтому до вечера надо уже смыться с кладбища, все собачки узнали это, от греха подальше, тем более уже пряса в карман уже полный, уже некуда уже отжасывать, поэтому нужно уходить. Так вот, то есть люди уже забыли, зачем они пришли, как правило. Так вот, и представляете себе, и люди, я смотрю, там, сям, ставят прямо на вот эти вот полотенчики, да, ставят, значит, там стаканы, конфетки какие-то там, значит, там для покойника один чуть не прибор ставят. Думаю, боже мой, неужели они думают, что покойник там руку там раз конфеты возьмет, там чмак-чмак, асфальтики. Раз полу стакан, там, раз пустой стакан. Ну неужели я не думаю, что покойник это нужно? Но люди, вы понимаете, в наше время, просто с высшим образованием,
но веря в такие глупости, нелепости. Но это не только глупость, нелепость. Знаете ли, вот за нашей глупостью духовный мир наблюдает людей. И это, знаете ли, питательная среда для всякого бессовестного влияния. Это, к сожалению, не просто, знаете ли, недоразумение, это очень серьезная проблема. И, ну, конечно, когда уже люди поехали на кладбище, уже бесполезно что-то рассказывать. Надо проводить работу разъяснительную до того, как они решились на вот эту авантюру религиозную. Ну да. А что общего между реформацией и пробуждением? Является реформация составляющей пробуждения, или пробуждение есть, является составляющей реформации? Очень интересный вопрос. Пробуждение чаще всего касается верующих. Именно проснуться могут те, кто уже воскрешены. Пробуждение касается больше верующих. И оно касается больше церкви, и оно оживляет церковь. Пробуждение очень часто является именно таким... Откуда приходит, куда уходит, мы не знаем. Но есть какие-то факторы предшествующие, молитвы, допустим, рассуждения, да, покаяние людей. Потом приходит такое духовное оживление такое, да, люди каются, больше и больше обращаются, и неверующие каются. Но в основном касается больше христиан. Но знаете ли, реформация, в отличие от пробуждения, она касается всех. Реформация все слои общества затрагивает, и те, кто в церкви, и те, кто вне церкви. Когда реформация, всем хорошо, не только верующим, но и неверующим. А реформация – это перестройка, допустим, общества на других началах совершенно. Вот, допустим, когда в Германии началась реформация, она затронула жизнь всех абсолютно людей. Все общество, и Германия, и других многих стран. Скажите, будь ласка, как украинский мовы? Я разумею, но я могу не так прочесть. У меня смешно украинский говорит. Що на Пасху потрібно фарбувати яйця. Так, прийти Пасху. А через неділю йти на кладовище. І нести, так, що мертву священну їжу. А освячену їжу. Да. Нет, мені дуже нравится українська мова, просто я більше общаюсь на русском языке і как бы вот и. Я украинский епископ, но не нужно еще украинскому мову догоняться, учиться, треба вчити. Скажу, что да, с яйцами, с пасками это перебор, конечно, да. Значит, потому что, представьте себе, люди думают, что на кладбище нужно нести, вот я уже говорил, это несуразица, во-первых. Но и по большому счету сама традиция, вот крашеные яиц, ничего все с христианством не имеет на самом деле. Это как бы... Ну, думаю, большинство присутствующих это прекрасно знают уже. Были даже программы телевизионные об этом, значит, уже не раз даже. Есть книги об этом. Иллюстрация. Как Библия называет еще праздник Пасхи? Праздником чего? Опресника. Кулич похож на опресник. Возьмите мацу и возьмите кулич. Иллюстрация, да? Видели все мацу, да? Опресник. Тоненький, тонюсенький такой, да? А это опресник. Он, если он высох, да, значит, он там хруст, он уже сыпется. А кулич большой, и там сразу видно, что это не Пасха, потому что это не обрезка. Христиане первых столетий, первых, ну, без малого 5 столетий, знали лишь одну традицию, библейскую традицию, именно Пасхи. Кстати, даже время празднования Пасхи, у нас сегодня, как правило, в христианстве празднование происходит, это опять-таки традиция. Она, ну, как бы, не библейская, но она существует. Празднуют по другому времени. Не как, допустим, Бог определил когда-то. 14-й Нисан Бог определил. И по библейскому календарю в этом году, допустим, это соответствует 7 апреля. 6 вечером апреля начинается праздник Песа, праздник Пасхи. И, но в силу традиции, которая в средние века сложилась, мы празднуем в другой день, да? В этом году 15 апреля, уже после библейского празднества Пасхи. Это отголосок антисемитского нашего прошлого. Потому что на зло евреям христианские лидеры, политики, императоры решили праздновать Пасху в любое другое время, но не с евреями вместе. После уже. После того, как Пасха совершилась. В
Вот. А в шестом столетии было решено еще больше углубить эту проблему. Было решено оторвать фактически церковь христианскую с мясом буквально, по-живому, от еврейских корней. Но здесь чисто исторически, опять-таки, коль затронул тему, то надо ее как бы рассказать. В VI веке был такой император Юстиниан и жена его Феодора. Они оба, ну, в силу недоразумения исторического, названы святыми, названы православной церкви. Юстиниан построил огромный храм в Константинополе, нынешнем Стамбуле. Кто бывал там, все видели, да? Или на фотографиях видели все мы, наверное. Огромнейший храм, потом ставший мечетью, потом ставший музеем. Так вот, храм Святой Софии в Константинополе. Это построил Юстиниан. Он был тираном, он был таким сильным лидером, но он очень неудачно женился. Влюбился по уши в проститутку одну. Это была, ну, ее профессия. Эта женщина, она, как Шельдовский говорил, не тяжелого поведения. Она начинала свой бизнес. Вначале была просто уличной проституткой, а потом организовала дом публичный, она была такая бизнес-леди, потом организовала сеть публичных домов и воспитывала сотни и сотни юношей и девушек, как проституток и проституток. И как бы официально публичные дома и проституция частная были запрещены в Византии, официально. Но неофициально все это существовало. Византийское общество было чрезвычайно коррумпировано. И, в общем-то, это никому не секрет, думаю, уже. Так вот, православие очень часто несет в себе задатки коррупции, потому что лишает, ну, традиционное христианство, в частности, православное, католическое, лишает понимания личной ответственности персональной перед Богом и делая акцент на такой всеобщей ответственности, да, приводит к тому, что на личном уровне христианин, он не христианин, как бы. Его поступки ничего не значат. И он прячется за ширму коллективной безответственности, такой человек. И в этом питательность идет для коррупции. И поэтому, где православие, допустим, католицизм являются главенствующими, там всегда коррупция. Заметили, наверное, да, в этих странах. Где протестантизм, там тоже многого хватает плохого, но чаще всего либо очень низкий уровень коррупции, либо фактически нет ее. Почему? Потому что протестантизм в чистом виде, он как раз акцент делает другой. Очень правильно, на личной персональной ответственности перед Богом. Это очень важно. А это для коррупции, это, ну, вообще, как убийственно просто-напросто. Но это как бы одно из наблюдений. Так вот, и я верю, что реформированное православие, оно спасет от коррупции общества, как было во время, допустим, реформации, так называемого времени иконоборчества, допустим, когда с коррупцией было покончено в Византии. Именно через реформацию, именно через пересмотр догматов, доктрин многих. Так вот, и в VI столетии что же произошло? Юстиниан женился на Феодоре. Значит, да, Феодора, я говорил, она была проституткой, и она была антисемиткой, очень яростной антисемиткой. Есть разные версии, почему она была антисемиткой. Некоторые говорят, что она была сама наполовину еврейкой, некоторые говорят, что ее обидели по бизнесу евреи. Я не знаю, что там было у нее с евреями, но я знаю, что она была, ну, из истории, она была жутко антисемиткой. Став царицей первой леди империи, она стала антисемиткой всей имперской. Она стала такой новозаветной Иезавелью. Христианских служителей, которые держались библейских учений, она гнала. Ну, с ее указки снимали их с должностей. Евреям стало очень и очень тяжко жить тогда. Душили налогами дополнительными и всячески в правах ущемляли. Но самое, что как бы такое беспрецедентное, что совершила Феодора и Юстиниан, это лжеучение об апостольской правопреемственности, которое они внедрили в сознание церковное. Это очень большая ересь, я об этом могу отдельно рассказать на семинаре предстоящем нам. Пора уже будет закругляться вообще-то. Так вот, и, я извиняюсь, мало времени уже. Так вот, и она издала указ Феодора, что христиане, которые продолжают традицию библейскую, на Пасху едят опресники, должны быть наказаны смертью, казнены. Многих казнили в столице, многих казнили вне столицы.
Императрица приказала всем христианам по всей империи на Пасху есть исключительно квасное. То есть Пасха только наоборот. На Пасху было положено смотреть, есть только лишь пресное, она приказала наоборот. Кто будет пресное, допустим, монахи при обыске, но о пресноке, тех казнить. Ну, по крайней мере, главу семьи. Если священник, то его не казнили, а только лишали пожизненно сана. И изгоняли из столицы или из города. Так вот, это время было очень серьезное, страшное время. И она приказала делать то, что мы называем мечи. Это фаллический культ, поклонение мужскому половому органу как божеству. Оно было очень популярно. Вот недавно, кто видел в репортаже, в новости в Японии, поклонение фаллосу там, очень популярно. И в других регионах оно было планета популярно. И вот эти хлебобулочные изделия были знаками публичных домов или же отдельно практикующих проституток. Выставлялись они обычно на окнах как знаки. То есть любой прохожий, приезжий человек, он сразу, в первый раз в городе, он сразу знал, куда можно зайти, если нужна проститутка. И это был знак кулича, и обычно украшался яйцами, символ плодородия. Сверху кулич, он поливался глазурью, это означало семя извержения. И это все было знаками публичных домов, и это все знали. Сейчас это уже мало кто знает, в принципе, мало кто вникает. Только на уроках по истории мы это узнаем, но тогда этим людям жили. И представьте себе, знаки публичных домов она приказала ставить в церквях и в домах христиан. А те, кто отказывался, казнили. Священников снимали с должностей, отправляли в ссылки или же изгоняли из городов. Время было очень страшное, друзья мои. Сотни людей были казнены за отказ есть куличи и яйца, знаки блуда на Пасху. Это было ужасное время, когда исполнять Слово Божье стало смертельно опасно. Вообще, смертельно опасно. И на Западе, в Западной Европе, когда епископы узнали об этом, они были просто в шоке. Собрали собор по этому поводу. И папа, и епископы германские, епископы Франции, Испании, они написали ультиматум. Не ультиматум, а, во-первых, просьбу написали, потом уже другое письмо. Отказываюсь принимать эти мерзости на своей территории. Настолько сильно была разъярена императрица, что приказала флот собрать византийский, погрузили армию на корабли и отправили кровавый десант туда. Силой меча заставить Европу, Италию, в частности, Ватикан, Рим, подчиниться и есть эти мерзости. Но знаете ли что? В Италии не было своей армии. И европейские епископы объявили пост и молитву. Они просто молились. И корабли не наплыли. Разыгрался шторм. Это был не сезон штормов, но был шторм, который погубил весь флот фактически Византии, оказавшийся на дне моря. Покаялась ли Феодора после этого? Нет. Она еще больше ожесточилась. Она обвинила западных христиан, это в чем? Самое интересное, с больной головой на здоровую. Она обвинила их в колдовстве. Что они наслали колдовство, наслали порчу на византийскую армию и флот. И доблестные армии и флот оказались на дне Средиземного моря. Этот маленький инцидент, казалось бы, да, он повлиял очень сильно на всю историю дальнейшую Западной Европы, потому что, по сути, европейские епископы, они отвоевали этим самым право на неучастие в этих оккультных традициях, оставили за собой право причастие даже совершать на пресноках, как и Господь Иисус совершил, в общем-то. И история Западной и Восточной империи с того времени, она немного по-другому развивалась вообще. Но в восточной части история этих куличей и яиц крашеных, она сохранилась. Вначале силой оружия, силой репрессий, а потом уже силой традиции, по инерции. Сегодня большинство христиан у нас, эти мерзости даже не понимают, что это мерзко пред Богом, пред Господом. И, понимаете ли, хотя, конечно, в первую очередь нужно осознать, что наша Пасха – это не маца и не кулич, не что-то другое. Это сам Иисус Христос. В первую очередь. И это самое важное, самоопределяющее. Если на эту Пасху
православные христиане Одессы принесут мацу освящать к храму православному, а не куличи, допустим, от этого ситуация ничего, ни капельки не изменится, если не будет раскаяния перед Богом и принятия Иисуса Христа. В первую очередь принять Иисуса как Спасителя, как Пасху. А лично я сам и моя семья, мы в этом оккультизме не участвуем уже довольно много времени. И когда я из истории церкви узнал подробности вот этого мерзкого обряда, я понял, что это не для меня. Мне не надо. Как бы хорошо эти куличи не пахли, как бы их не предлагали, я принципиально их не ем, и нашей семье мы не едим их. Лучше пожевать мацу с спокойной совестью, знаете ли, чем с куличом, но без Бога. Вот поэтому я избрал лучше жевать мацу. А потом, знаете ли, скажу так, что маца о пресноке в Новом Завете объясняется как о пресноке чистоты и истины. Кулич – знак порока и лукавства. Квасная – закваска порока и лукавства. Хотя в первую голову нужно, опять-таки, конечно же, очищать свое сердце, но второе, когда уже ты понимаешь, что подрастаешь духовно, то понимаешь, что надо освобождаться от многих таких вот неправильных вещей. Друзья мои, я извиняюсь, времени уже немного затянулось, время уже 7 часов, пора и честь, будем расходиться уже по домам. Но хочется вас благословить, друзья. Не пугайтесь, что если вы, может, вещи рассказал какие-то такие страшноватые. Если вы хотели все-таки кулич съесть на эту Пасху, это ваше право. Я не запрещаю вам абсолютно. То есть здесь уже вопрос каждый сам решает. И в наших церквях реформаторских не все так однозначно. Некоторые наши служители, пожалуйста, куличи едят, и я их не коряю. Говорю, ваша совесть — это ваше право. Абсолютно. Вот. Но лично я решу так. Лично так и в нашей семье мы едим мацу. Тем более, что приятно размышлять над тем, что все-таки мы должны быть опресником чистоты. Знаете ли, пусть Бог из кулича нашей греховности сделает мацу праведность. Ты скажешь, невозможно, но Богу все возможно. Аминь. Давайте встанем воскресенье. Благословен Бог наш, Царь наш, Владыка наш. Слава Тебе и хвала Божия! Благодарность Тебе, Господь, за все! Боже наш, Ты есть воскресение, Ты есть жизнь наша, и Тебе вся слава! Господь наш, Иисус Христос, Ты пролил свою кровь за нас, и Ты воскрес для нашего оправдания. Я прошу Тебя, Боже, пусть как можно больше жители Одессы, Боже, примут Твою жертву, примут Твою любовь жертвенную и примут благую весть о спасении через веру в Тебя. Пусть сила воскресения придет во многие семьи, Господь, этого великого прекрасного города, во имя Иисуса Христа. И этот город, город реформации, Господь, тогда 20-х годов, пусть Бог будет городом реформации и 21-го столетия. Во имя Иисуса Христа Ты потряс, Бог, однажды этот город. И через этот город Ты потряс весь бывший безбожный Советский Союз. Сегодня потряси, Господь, Боже, Украину. Потряси, Господь, пространство бывшего безбожного Союза сегодня отсюда, с Одессы. Во имя Иисуса Христа. Если Духа Святого Своего, Боже наш. И как-то благословил брата Варанаева, и братья, Господь, потрудиться здесь. Бог Всемогущий, благослови современных Варанаева, Господь. Благослови современных отцов, Господь, мужей, тех и сестер, и братьев, что будут нести Слово Господне в духе и в истине, Господь, в силе Твоей. Благословен Ты, Царь Вселенной, во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Господь, и распусти с миром, своим шаломом. Аминь. Дорогие друзья, я хочу помолиться еще в завершении молитвы покаяния. Если кто-то из присутствующих хотел бы покаяться, принять Христа Спасителем своим, Господом своим, Богом своим, пожалуйста, не стесняйтесь, прямо сейчас выйдите сюда на эту минуту молитвы, особой молитвы покаяния. Пожалуйста, мужчины, женщины, юноши, девушки, бабушки, дедушки, я не знаю кто, любого возраста человек, если ты хочешь покаяться, прямо сейчас скажи Богу важные, самые важные слова своей жизни. Слава покаяния. Пожалуйста, прямо сейчас вы можете выйти сюда. И наши зрители также, если вы смотрите сейчас нас, пожалуйста,
Вы можете молиться молитвой покаяния, молитвой примирения с Богом, призывая имя Господа Иисуса Христа, и веря, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, только Иисус Христос. Спросите друг друга, рядом стоящего спросите, спасен ли ты или спасена ли ты душа? Сегодня куда ты идешь? Каков твой путь? Если он ведь спасен, то не спеши, может, радоваться, спроси, а почему ты так думаешь? Если ты думаешь так на основании Слова Божьего, то это хорошо. А если просто так тебе кажется, лучше выйди, друг, и покайся, примирись. Очень важно идти библейским путем, евангельским путем, не своим путем. Вот мужчина хочет выйти, да, я так понимаю. Слава Богу. Выходите, пожалуйста, да. И еще кто из присутствующих, не стесняйтесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому молитве покаяния. Пожалуйста, встаньте здесь, пожалуйста. Да. Слава Богу. Слава Богу. Еще кто может из присутствующих хочет выйти, не стесняйтесь, пожалуйста, друзья. У нас есть время. Бог Святой, благослови нас, Господь, в этой молитве. Я прошу Тебя, Господь Боже, за душу, вышедшую сюда на покаяние, Господь. Прошу Тебя, Господь, за других братьев, сестер, Господь. Прошу Тебя за наших зрителей, Господь. Боже, дай, Господь, покаяние в сердца людей. Боже, слава Тебе. Давайте скажем такие слова. Скажем, осознавая свою греховность и святость Бога, скажем так. Мой Бог и Царь, Иисус Христос, Ты мой Спаситель. Твоя святая кровь пролита на кресте за мои грехи и за всех нас. Иисус Христос, живи во мне, царствуй во мне. Прости меня, очисти меня, обнови меня, открой мне Слово Свое, Библию Святую. Благодарю Тебя, мой Бог, воскресший и живой. Аминь. Боже всемогущий, прошу Тебя, Господь, благослови брата, Боже, благослови всех молящихся сегодня, благослови наших зрителей, Господь всемогущий, Отец, пусть, Господь, нашим сердцем, это любовь к Тебе, Господь, которая спасает нас. Боже всемогущий, благослови, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, с миром Божьим, пусть Божий шалом, Божий мир будет в каждом сердце. И тьма сгущается, но есть свет, который никакая тьма не погасит никогда. И завтра мы здесь встречаемся.